Это церковь Николая, отделение Николая. Вот здесь икона Николая. Иисус на кресте стоит здесь сегодня. Смотрите, сегодня происходит венчание в церкви, торжественность. Девушка, парень. Красиво все это происходит. Девушка в белом, две короны. А сегодня вот эта неделя, это святые жены празднуются. Неделя святых жен. Кто здесь? Что-то непонятно. В общем, по-старинному написано. И икона Христа. Христос воскрес. Музыка играет торжественная. Бантики. Христос воскрес. Феодола Сикорского сегодня, также День памяти, но иконы его здесь нет. Ну, вот там, где первая икона была со святыми, там в середине их можно найти. Вот, ландыши и синие. Ну, как красиво, мило смотрится. Ну, здесь тоже вот здесь такое. Частицы мощей в этом вот склепе, как бы собраны разных святых. Вот здесь написано частица мощей Владимира, Луки, Варвары, святой Филарета Московского, Неакона, Амера. Вот это я не знаю. Частица гроба Моисея. Святой Елей от гроба Господня. Вода из реки даже нормально. Иордан. Так что. Помолиться, поставить свечку за здравие. Преподобный Нектарий, Исаак, Иосиф, Антоний, Моисей, Макарий, Лев, Анатолий, Варсонафий, преподобный Илларион, в общем, все преподобные старцы святые. А вон икона взыскания погибших называется. Вот, оказывается, Мадонна с младенцем – это взыскание погибших. А когда пропадают люди, наверное, тогда молятся. Лука. Вот Лука. Ему, получается,
надо молиться, прикладываться, когда какая-то боль, какая-то невзгода, вот говорят, что помогает. Так. Ну и здесь икона по-прежнему празднуется. Воскресение Иисуса Христа. Воскресение Господа нашего Иисуса. Христос воскрес, воскресение. Второй раз Он явился. Аминь верующему через неделю. Вот это Кронштадтский. Кронштадтский, который эту церковь благословил. Частица облачения святого православного Иоанна Кронштадтского. Частица вот здесь. Так. Ну, поют как раз. Попали. Вот. Сейчас немножко посмотрим, как будет происходить это крещение. Очень интересно.
Обращается Рабо Божия Инна, Рабо Божия Назария. Господу помолимся. Господи, Боже наш, дорогой, патриарх, патриарх Авраама, шествовал в среду речи, восславленный святый Господин веков и всякую жену, ходатайство доношения, обречение ревек от крови, за благословение обречения работы всех Назарений, все Инны, и утверждение же в неглаголное слово, утверждение я же от Тебе святым соединением, Его изначально святого всеможности положенски, и от Тебя сочетывая саможу жена, помощь восприятия рода человеча, самого Господи Божий наш, постави истину в наследие Твое, и обетование Твое, народы Твое, Отцы наши, Твоем здоровье, роди избрание Твое, резин раба Твоего, Назарянина, рабу Твоим Инну, утверди обречение их в вере, единомысли истине и любви, Тебе, Господи, Бог, указал всем, дайтесь обращение, утверждайтесь во всем, перстим родился власти во всех в Египте, перстим моя простава сохранила во стране войлостей, перстим я весь истина Фомары, перстим Отец наш небесный, щедрый быстро сына своего, дадите Бог, говорит, перстим на диспет своего, заглашу от лица обетанного, я же насолился, Вот так.